Представительский международный турнир «Кубок Шериф-2016» приглашает всех любителей футбола. С 6 по 9 декабря ведущие молодежные команды из России, Украины, Казахстана, Грузии, Румынии и Приднестровья будут определять сильнейших. Не пропусти футбольное зрелище европейского уровня. Подрастающее поколение футбольных звезд на крытой арене спорткомплекса «Шериф». Футбол, который стоит видеть своими глазами. Вход на матчи свободный. Подробнее с полным расписанием турнира можно ознакомиться на сайтах, указанных на экране.